их номера, по которым надо голосовать. Первый полуфинал сегодня открыл представитель Молдовы Эдуард Романюта с песней «Why You Love». I want your love, очень want простой love, yes. месседж. Хочу твоей любви, все тут. Да. Под номером 02 выступала Армения, которую представляла группа Genealogy с песней «Face the Shadows». Если вам, так же как и нам, понравился бельгиец Лоик Нотте и его песня «Rhythm Inside», то голосуйте. Его номер 03. Номер 04. Представительница Нидерландов Тринти Остерюс и песня «Walk Alone». Необычная панк-группа из Финляндии со сложно произносимым названием «Pertikurika Nimi Päivä» из песни «Aina Mun Pitää». Номер для голосования 05. Мария Елена Кириако из Греции с песней «One Last Breath» и номер 06. Эстония. На Евровидении представлена Элиной Борн и Стигом Рясто. Их песня называлась «Goodbye to Yesterday». Номер для голосования 07. Выступал Даниэль Маковский, представитель Македонии, «Autumn Leaves». Под номером 09 выступала Сербия. И эту страну представляла песня «Beauty Never Lies» и ее исполнительница Баяна Стаменов. Ну и на контрасте. 10-й сегодня пела Боги, представительница Венгрии, с прекрасной трепетной песней «Worse for Nothing». Юзари и Маймуна из Беларуси исполнили свою песню «Тайм». Номер для голосования 11. Под номером 12 теперь уже точно можно сказать блистательно выступила наша Полина Гагарина с песней «Million Voices». Молодая группа Antisocial Media из Дании. И номер для голосования. Эльхаида Дани из Албании. 14-й номер с песней «I'm Alive». Номер 15 в первом полуфинале из Румынии с песней «Della Capa».
завершила первый полуфинал певица из Грузии Нина Сублати с песней «Warrior» номер 16. Телезрители.